За последнее время от борьбы с коррупцией в нашей стране пострадало более 3000 человек. Каждый день количество коррупционеров близится к нулю. Страшно осознавать, что вскоре наши дети вовсе забудут о существовании коррупции. С каждым днем заборы чиновников становятся все ниже, а объем двигателей их автомобилей все меньше. А количество честных людей растет с катастрофической скоростью. Коррупция стала уязвима, и все, что создавалось на протяжении многих веков, может разрушиться в одно мгновение. Не оставайся в стороне. Спасем коррупцию от чистых рук закона. Ролик создан при поддержке Фонда по борьбе против коррупции.